Запеканка готова, мои друзья. Давайте. Ее можно вообще-то оставить в духовке, чтобы она... Выключить духовку и оставить в духовке, чтобы она там прогрелась, не опала. Но я буду доставать, потому что мне нужно поставить туда свое мясо. Вот такая чудесная запеканочка. Красивая. Сейчас будем пробовать. Даже не будем ждать, пока она остынет. Прямо в форме я буду ее... Ну, резать, наверное, нет. Лопаткой вынимать, скажем так. Вот, красотка. Красотка? Все. Мясо пошло в ход. Это буженина. Я люблю, когда она поджаренная. Если вы любите более бледную, то вынимайте чуть раньше. Я люблю, когда она золотистая вся. Сейчас все-таки попробую я ее вытащить из формы. Просто перекину на тарелку. Ну, надеюсь, что я не уроню все вместе. Такое тоже я не исключаю. Маленечко. Надо было ей дать подостыть. Постоять, да? Да, донышко-то чуть-чуть подприлипло. Но ничего страшного. Ей надо было чуть-чуть дать подостыть. Вкусная зараза. Пойдем чай пить. Классно, она такая консистенция у нее тянущая, как вот корочка вроде бы. Не корочка, кайф. Жалко, сметаны нет, да? Со сметанкой она вообще огнище. И когда она подостынет, чтобы она была не кипяток, она будет еще лучше. Ну? Творожочек, это, как бы сказать, он стал немножко туговатый. Вот как вот мне нравится, знаешь, в детстве манку делали с комочками. А тут вот комочек вроде бы, но он такой классный, воздушный и вообще непередаваемый. И можно, кстати, блендером взбить, чтобы не было вот этого, если что. Так, да, наоборот, нет, если кто-то не любит. Не, наоборот. Нет. Как же? Виталик вообще не любит запеканку. Да? А сырники? Любит. Так то же самое. Не любит запеканку. А сырники любит. Палочки творожные ему понравились вчерашние. Ну, палочки творожные все равно в масле, да, вот это вот все. А запеканка вроде ее кинул, она поджарилась, да. И все. Сладкая, да, прям? Да. Да ему-то нормально. Не-не. Че не-не? Можно было капельку немножко поменьше сахара, так кайфно. Ну, что я тебе хочу сказать, ты в чай поменьше сахара клади, и нормально будет. Да. Ну, получился, да, чай и запеканочка медовые. Виталия любит, когда, наверное, ты больше занимаешься там, лепешечек там, переворачиваешь реально. А тут что-то... Дольше возьми. Дольше возьми. А тут раз ты, это, противень вылила всю эту массу, запеклась и все, и ты не возишься почти что перед тем, как... Ты ее сделала. А еще ее надо было ставить в разогретую духовку. Да? А не в холодную. Сразу бы поднялась она больше. А я ее поставила в холодную, она медленно. Так она шок получает. Сразу поднимается, она прям такая воздушная была. Приятно, мне нравится шок такой. Было. Даже как-то, знаешь, что делала с сахарозаменителем, а Виталик же любит сахаром, сахарозаменитель, говорит, горький. В итоге я сделала сахарозаменителем не ее, а сырники. Он даже не почувствовал. Да? Наверное, пережгла ты их, они подгорели. И горькие. И он подумал, что они горькие от того, что... Да, нет, он просто делал все. Я даже ничего не спрашивала, я просто... Молчала, если бы я спросила, он бы сказал, конечно. Что-то здесь не так. А кто я молча. А кто сознается о своих, как сказать, поражениях? Это не поражение. Ну, не поражение, но смысл в чем, что неприятно, вот когда ты там говоришь, что мне то-то не нравится, а потом раз, закрыли тебе глаза.
На, попробуй. Ты раз. О, ничего себе, столько, что это, дай-ка я посмотрю. Потом бах, ё-моё, так я каждый день ем это. А оказывается, я отказывался от этого каждый день. Да. А тут-то... Да, это называется одним словом. Зажрались вы. Ну да. Ну да. Немножко есть. Угу. Для меня сладкое. Угу. Медовое. Угу. Чтоб слиплось. Зато много не съешь. Может быть. Я сейчас зря сказал. Если сейчас сметанка бы была, да. Вот со сметанкой, представляешь? Она разбавила вот эту сладость. Кислинка была бы. И тогда бы сметанка... Сходи за сметанкой. Давай скажу. Виталик, вот я сейчас работу попрошу, я уже там купил. А останется она? Как? Вот это останется как бы? Я думаю, да. Как ее? Я понял, хоть заранее предупредила. Я забыла. Если бы я вообще думала, что я буду готовить запеканку, я бы попросила, когда он в обед шел, он бы купил. Я вообще не думала. Я уж на скорую руку думаю, что приготовить. Так он в обед уже был. Приятного аппетита, да, он был уже в 12 на обеде.